Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, где сегодня мы будем рассматривать такую манюсенькую команду. Мы не будем рассматривать какие-то грандиозные команды, как стать там, допустим, правым соском Кинг-Конга или еще что-то. Сегодня мы будем рассматривать, как сделать вейпоинты, точнее, точки телепортирования в Майнкрафте без мини-карты и без модов. Это специально для тех, у кого комп, ну не скажу, что очень хороший, или вам просто лень устанавливать моды, или даже бывают такие люди, которые не знают, как устанавливать моды. Но установить команду в 30 раз проще, чем сам мод. Поэтому, ребята, сейчас я вам расскажу, как сделать вейпоинты в Майнкрафте. Но, как обычно, перед просмотром я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков, то в первую же очередь это будет очень для меня приятно, потому что каждый ваш лайк для меня ценен. Я люблю своих подписчиков, я общаюсь с вами в комментариях. И хоть если вы выразите какую-то небольшую благодарность, я также буду очень сильно этому рад. Также не забываем подписываться на мой канал, ведь каждый подписчик это мой друг. Если ты хочешь стать моим другом, просто подпишись. И если ты даже хочешь со мной пообщаться, то оставь свой комментарий под этим видео, я его прочитаю, также на него отвечу. А мы, ребята, приступаем к самой команде. Это очень полезно, вы сами знаете. Вы можете в любой момент тпхнуться в шахту, где вы были неделю назад и забыли забрать оттуда алмазы. Вы можете тпхнуться в другой биом, если вы играете в ванилке, это очень полезно. Или вы можете, например, найти какую-то деревню, и потом вам нужно очень далеко возвращаться домой. Вы просто возьмете, тпхнетесь, и вы уже дома. Поэтому, ребята, давайте будем рассматривать. В первую очередь, кто не знает, как выдавать себе командный блок. Пишем вот такую команду. Give ваше имя или вот собачка P. Это игроки, которые находятся возле этого, можно сказать, где вы выдаете команду Minecraft, командный блок. Это мы нажимаем, и мы выдали себе командный блок. Дальше ставим его и вписываем вот эту команду. Ссылочка на команду находится в описании. Вам просто-напросто нужно перейти по ссылке, скопировать, выделить все, скопировать, и все, вставить командный блок. Все, круто. Дальше. Нам нужно его активировать. Активировать нужно именно сверху. Вот тут, когда вы хотите его включить, чтобы у вас заработала команда, Redstone нужно ставить именно сверху. Как видите, сейчас все включается. Замечательно, 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 замечательно. Все заработало. Если у вас появилась вот такая розовенькая коробочка, значит, у вас все успешно установилось и успешно работает. Как сейчас сделать вейпоинты? Давайте посмотрим. Это вы уже можете удалять, это вам уже никогда не пригодится. Это не лагает. Вот смотрите, сейчас у меня... В принципе, нет, вообще, вот эта команда, она даже, она будет меньше есть у вас кушать FPS, чем тот же мод на мини-карту. Если вам каждый FPS важен в Майнкрафте, у вас компьютер не тянет, ребят, эта команда специально для вас. Как сделать вейпоинт? Давайте припустим, что это наш дом. То есть, я его построил. Да, мне лень было строить, но все же, да, давайте припустим, это наш дом. И вам нужно сделать тут небольшую точку возврата, да, если вы, допустим, куда-то далеко пойдете в поисках каких-то данжей или других деревней, или сокровищниц, много чего, и вам лень просто-напросто опять пару тысяч блоков назад возвращаться, или даже может быть такое, что вы не записали координаты и забыли, где ваш дом, то как это все делается? Что нам нужно, ребята? Нам нужно два чернильных мешка и также бирку. Это все, что вам нужно для крафта вейпоинта. Да, вейпоинт крафтится, это уже какой-то хардкорчик добавляет. Это уже круто, ребята. Вам нужно выкинуть вот это, и у вас получится такое яичко. Да, одно яичко, которое называется уже вейпоинт. Ваш вейпоинт готов. Чернильные мешки вы знаете, где добыть, и также вы знаете, где добыть бирку. То есть словить с помощью удочки, ну или в данжах, да. И допустим, вам нужно тут создать ваш дом. Вы ставите. Все. Все. Вейпоинт создан. Только запомните, вейпоинты будут работать только тогда, когда вы находитесь в... Видите, когда вы на писфуле, это не ставится. Это как будто... Да, это peaceful, потому что это, можно сказать, команда сделана через монстра. И как видите, это не работает. Вам нужно быть или на изи, или на нормале, или на харде. Только не написывали. Ставим waypoint. Все, это ваш waypoint. Но если вы хотите назвать его, допустим, в честь
чтобы не потеряться. Допустим, дом, да? Давайте попробуем. Дом. Вам нужно переименовать бирку. Вот так. И написать дом. Все. Вы просто клацаете, и у вас написано дом на вашем вейпоинте. Это очень круто. Как вам тпхнуться сюда? Тут есть такая специальная команда, которую вы можете скопировать каждый раз перед заходом в игру, да, просто-напросто скопировать, и потом каждый раз включать чат, Ctrl плюс F, то есть V, и все. И у вас уже эта команда есть. Если вы, конечно, ее сейчас включите, напишите, то у вас телепорт не произойдет. Почему? Потому что мы же переназвали наш телепорт. У нас был waypoint, сейчас у нас дом. Если мы напишем дом, то тоже ничего не произойдет. А, наверное, потому что все-таки это рассчитано на английский язык. Давайте посмотрим. Вот так. И давайте посмотрим. House. Вот, да, к сожалению, русский язык на это не рассчитан. Но ничего страшного, то есть, мне кажется, даже можно циферки писать и будет телепортироваться. Все, у вас тут есть ваш собственный телепорт, который будет у вас жить, можно сказать, даже ваш питомец. Я не знаю, можно ли его убить, конечно, можно, но с помощью алмазного меча с двух ударов. Лучше его вообще не трогать, пускай он мирно себе там сидит. Но вам возвращается яичко, да. Яичко не потеряно, оно к вам вернулось. И как видите, после того, как оно вернулось, оно превратилось, можно сказать, в яйцо рентген. Да, ребята, вашему яичку сделали рентген. Да. И сейчас вы его можете видеть через стенки. То есть вы можете видеть ваш waypoint за много метров. Ну как много? Если вот так посмотреть, то метров так 20-30. Если вы потерялись, если вы не хотите телепортироваться, то мы его не переназвали, да, то, в принципе, вот он стал как будто с рентгеном, да, то есть вы его можете видеть на большой дистанции. Давайте еще раз напишем тут хаос, чтобы не потеряться, вот так, замечательно. Все написано, хаос, и мы можем тпхаться. Но это, ребята, еще не все. Смотрите на небо. Смотрите на небо, что там происходит. Это как будто, знаете, какая-то полярная звезда, которая будет вас сопровождать домой, если вы где-то потерялись далеко в темном лесу, вас окружили монстры, и вы уже потеряли какую-то вообще любую надежду, чтобы добраться домой. Вас в небе будет ждать ваша полярная собственная звезда, которая будет вам показывать, где же находится ваш дом. А где она, мать твою? Вот она. Просто я обновил чанки и также перегрузил, можно сказать, весь рендер, поэтому она так глючит. Но по сути она будет вам показывать, где же находится ваш дом, и вы сможете ее видеть вообще на любом расстоянии. Главное, чтобы у вас были прогружены чанки, как сейчас у меня не было, но сейчас они уже есть. Но это еще не все. Допустим, если вы хотите куда-то пойти в другое место, да, допустим, вот тут вы нашли, я не знаю, что-то мы сюда бежали, что-то мы тут крутое нашли, крутое место для второго дома, допустим, вот тут, да, вы также ставите еще один waypoint. Вот так, а он тоже уже рентгеновский, вы сможете его видеть, чтобы не потерять. И давайте назовем его, я не знаю, давайте, допустим, House 2, да? Назовем, и я думаю, мы сможем тпхнуться, да? Вот, House 2, тпхнулись домой. Быстренько, House 2, мы тпхнулись на большое расстояние. Это, ребята, waypoint, если по-русски, то это точки телепорта в Майнкрафт без мини-карты. Без модов, то есть у вас вообще лагов с этим не должно быть. Это хоть и маленький мод, но поможет и будет даже очень полезен любителям той же ванилки, да, или даже тем, у кого, как я уже много раз сказал в этом видео, слабенький компьютер, или тем, кто не знает, как устанавливать моды, потому что таких много бывает. Это, в принципе, очень коротенький и очень познавательный и очень легкий гайд для тех, кто не знает, как устанавливать моды. Я вам все показал, как выдать себе команду, как запихнуть команду в командный блок, где ее скопировать и как ее пользоваться. То есть, ребята, вот такой простенький способ добавить ваш ванильный мир.
Точки телепорта, конечно, без мини-карты, но все же они будут очень полезны. Ссылочка на команду есть в описании, также сама команда на телепорты тоже есть в описании. Кто не знает, вот мы использовали вот такую команду, и там, где пишет waypoint, должно быть ваше имя, конченый зомби. Но все же, ребята, спасибо вам за просмотр, я буду очень сильно рад, если вы поставите лайки, ведь если мы наберем хотя бы 700 лайков, я увижу то, что вам понравилось это видео. Я также буду пытаться делать все больше и больше и больше таких познавательных видео, ведь они действительно будут помогать, и они действительно будут очень полезны. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Каждый подписчик для меня друг, и я отвечаю на ваши вопросы в комментарии, общаюсь с своими подписчиками, поэтому подпишись, задай свой вопрос в комментарии, я на него отвечу и тем самым с тобой пообщаюсь. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.